данном обзоре мы рассмотрим проводную оптическую мышь фирмы DTECH модели BT2076. Мышь имеет два типа окраса – черный и красный. Высокоточный оптический датчик и технология Double Lens обеспечивает плавное и высокоточное отслеживание курсора. Работает на большинстве поверхностей. Оптический датчик с высоким разрешением в 1000 dpi и технологией BlueTouch Technology гарантирует точное и плавное перемещение курсора на большинстве поверхностей. Интерфейс подключения USB 2.0. Простое подсоединение к USB порту, и при этом не нужно инсталлировать никаких драйверов. Стильный и эргономичный корпус. Глянцевое покрытие. Подходит для работы как правой, так и левой рукой. Совместимость со всеми операционными системами. Количество кнопок – 3 и колесико прокрутки. Скорость сканирования составляет 3000 кадров в секунду. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.